Базилика Косьмы и Дамиана, древняя христианская церковь в Риме на форуме Веспасиана, после того, как Амаласунта, дочь остготского короля Теодориха, в 527 граммах, подарила папе Феликсу Айви форумскую библиотеку с языческим храмом Ромула, папа распорядился объединить оба здания и, противовес процветавшему в этой части Рима культу Кастора и Полукса, осветил храм в память греческих братьев Косьмы и Дамиана. В 1632 году папа Урбан VIII настоял на том, чтобы уровень пола был поднят на 7 метров во время реставрационных работ 1947 года. Ученые пришли к выводу, что храм Ромула, построенный в правлении Максенция, наиболее древнее сохранившееся языческое святилище на территории Рима, наряду с пантеоном, еще в 8 д.н.э. на этом месте существовал примитивный храм Юпитера, один из самых ранних в Риме, титулярная церковь. Церковь святых Косьмы и Дамиана является титулярной диаконией. Кардиналом-диаконом с титулярной диаконией святых Косьмы и Дамиана и кардиналом-священником с титулом церкви с 22 февраля 2014 года является итальянский кардинал Бениамино Стелла.